РПГ! Выстрел! Боевая двойка спартанцев выходит на огневую позицию. На специальной площадке в Харьковской области очередные боевые учения личного состава Национальной гвардии Украины. Тренировочный день очень насыщенный. Военнослужащий оттачивает до автоматизма навыки стрельбы из разного вооружения. Мультифункционалом будет треба обовязково. Мультифункционалом надо быть обязательно. Есть определенные категории, которые в совершенстве изучают только специалисты. Все остальные пехотинцы знают их, скажем так, поверхностно. Но есть такие, как пулемет, РПГ, ПКМ. Это должен знать каждый военнослужащий. И мы все это отрабатываем, потому что ситуации в боях бывают разные. И больше давайте насыпь. К занятиям привлечены не только военные, недавно призванные по мобилизации, которым не хватает практики, но и опытные гвардейцы. Останній мій бойовий досвід був у складі цього підрозділу. Последний мой боевой опыт был в составе этого подразделения. Бои за Бахмут. Еще зимой этого года. И бои за населенный пункт Работино, Запорожская область. Задачи мы выполнили успешно, но цена была уплачена высокая. Сейчас мы проходим очередное боевое слаживание для того, чтобы не допустить ошибок, которые были допущены ранее. Инструкторы готовят будущих штурмовиков к атакам, параллельно обращая внимание на нюансы использования оружия. В укрытие никто не выглядает. Досылаем. В укрытие никто не выглядывает. Готов. Готов. Группа на сближение. Справа. Двигаем вперед. Группа на сближение справа. Вперед. Особое внимание отработке тактики ведения ближнего боя. Гвардейцы с опытом, которые недавно вернулись с боевых позиций из окопов, по памяти воссоздают ситуации, которые могут возникнуть при атаке, и пытаются воспроизвести их на полигоне. Штурм, ну, это дуже непредсказуемая штука. Штурм – это очень непредсказуемая штука. И, как показало нам Запорожье, не такой страшный штурм, как подъехать к окопам противника. Это самое сложное – подъехать и зайти в эти окопы. Надо отрабатывать все сценарии. Мы создаем полноразмерные макеты окопов и в них занимаемся, чтобы все военнослужащие знали, что делать с поворотами, с норами, с блиндажами. Бойцы бригады «Спартан» убеждены, что только регулярная практика позволяет достичь автоматизма в действиях во время выдвижения и закрепления на позициях, а также ведения огня по различным целям. Наталья Белокудря из Харьковской области для телеканала «Freedom».